Добрый день! Посмотрим, что сегодня происходит на звездном небе. Ну, такая достаточно напряженненькая немножко ситуация сегодня. Сегодня Луна вошла в знак Весы. Весам от этого будет скорее некомфортно, чем комфортно, потому что Луна будет задевать несколько напряженных аспектов. И попробуйте сегодня и завтра просто подольше поспать. Забудьте о будильнике и просто хорошо выспитесь. Более-менее нормальная ситуация у вас будет где-то вот со вторника будет гармонизация. Скорпион. В вашем знаке уже в 5 градусе движется Солнце. То есть вы сейчас достаточно сильны. Солнце дает очень хороший аспект Нептуну. Это можно предположить, что у вас сейчас будет очень мощная интуиция. То есть, что бы я порекомендовал? Слушайте не рассудок, а слушайте свое сердце. То есть вы сейчас будете знать ответы на все вопросы, минуя здравый смысл даже. Стрелец. Ну, по вашему знаку пока идет Венера. Скажем так, покровительствует. Можете спокойно заниматься вопросами личной жизни. Венера еще подходит к хорошему аспекту к Сатурну. Поэтому если у вас в планах там сделать какие-то важные покупки, там важные продажи или оформить какие-то документы, сейчас для этого очень благоприятный период, можете этим заниматься. Козерог. Козерог. Сегодня и завтра рекомендую козерогам быть немножко осторожными, аккуратными, не пытаться сегодня делать какие-то сложные вещи, не напрягаться, иначе не лучше для этого время. Ваш период начнется где-то со вторника. Можете делать все, что угодно. Водолей. У Водолея сейчас период такой немножко напряженненький, потому что Солнце в Скорпионе не лучшим образом отражается на знак Скорпион. А вот в понедельник туда же еще войдет Луна. Так что у вас будет такое впечатление, что весь мир сговорился, чтобы испортить ваши нервные клетки. Так что, ну, как-то переживите понедельник-вторник. Выключите будильники и долго спите. И начните утро с какой-нибудь там настоечки мелиссы, лаванды, чтобы немножко укрепить свои нервные клетки. Потому что их ждет такое серьезное испытание. Рыбы. Пока Солнце идет по Скорпиону, у рыб будет достаточно симпатичный период. Единственное, Луна, как и на прошлой неделе, по-прежнему продолжает движение по знаку Стрелец. Единственное, Венера по-прежнему продолжает движение по знаку Стрелец, поэтому будьте аккуратны с деньгами. Не тратьте зря, иногда у вас будут состояния, когда вот на что-то не хватает денег. Немножко потерпите пару недель, как этот период закончится. Знак Овен. Положение Венеры очень позитивно для знака Овен, особенно благоприятно будет Овнам девочкам. То есть вы сейчас будете просто на высоте. Тем не менее, это не отменяет оппозицию Луны, поэтому сегодня и завтра возможно попадание во всякого рода конфликтные ситуации. Ну, Овны такой знак, чем больше конфликтов, тем для них лучше. Так что не переживайте, все у вас будет хорошо. Что касается знака Телец. Осторожность и аккуратность рекомендуются Тельцам в понедельник-вторник. Сейчас Солнце в оппозиции к вашему знаку, и в понедельник-вторник к этому еще добавится оппозиция Луны. Поэтому осторожность, аккуратность и, если вы за рулем, особое, будьте особо внимательны. Близнецы. Луна обещает близнецам в ближайшие два дня замечательный день. Все у вас будет получаться, вы будете неотразимы, особенно благоприятно для близнецов-мальчиков. Девочки тоже нормально, но пока Венера не вышла из оппозиции, все-таки будьте более осторожны. Что касается знака Рак. Квадрат Луны сегодня и завтра не очень, не самым лучшим образом скажется на нервные клетки знака Рак. Немножко терпения, зато с понедельника у вас начинаются 2-3 дня просто замечательные солнечные. Так что немножко терпения, дождитесь понедельника. Лев.
Ну, у Льва достаточно нейтральная позиция. С одной стороны, пока Сатурн идет по знаку Стрелец, все у Львов будет хорошо, а это не на неделю-полторы, это еще на ближайшие полтора года. Вот, сейчас можете... А пока там Венера, будет очень благоприятно для заключения каких-то сделок, для каких-то контрактов. Мало того, именно вот эта неделя, пока Венера с Сатурном находится в точном соединении. Дева. Ну, Дева, могу пообещать что-то хорошее только уже где-то после среды. Среда, четверг. Потому что сейчас, ну, такое достаточно и одновременно напряженное отношение со стороны Венеры с Марсом, Венеры с Сатурном, и позитивное отношение со стороны Марса с Плутоном. То есть у вас будет такая вот черно-белая полоса одновременно. И что бы я сказал в целом? Если говорить всем знакам зодиака, независимо от того, когда вы родились, вот такое положение Венеры с Сатурном рекомендует быть осторожность в вопросах документов, внимательность. Квадрат от Нептуна говорит о том, что иногда могут случаться ситуации, когда вы будете попадать в момент какого-то обмана. Поэтому, если это касается, скажем, подписания договоров, там, оформления там, квартир, еще чего-то, 10 раз пересмотрите документы. Лучше наймите себе какого-то независимого юриста. Вот примерно такая картина.